В Мирном состоялось ежегодное собрание хозактива компании «Алроса». Как отметили, на протяжении последних 6 лет группа «Алроса» остается лидером на мировом рынке алмазодобычи. Совместными усилиями акционерная компания, ее дочерние и зависимые общества «Алроса-Нюрба», «Алмазы-Анабара», «Нижнеленская» и «Север-Алмаз» за прошлый год добыли более 36 миллионов карат алмазного сырья. Основной доклад был представлен первым вице-президентом «Алроса» Игорем Соболевым. Выступил также руководитель администрации главы и правительства республики Юрий Куприянов. По его словам, работы по социальным обязательствам компании проводятся с ответственностью за конечный результат. Участие в работе собрания принял и первый вице-премьер республики Павел Мариничев. Мы сегодня говорили о том, что самая главная задача – это обеспечить те производственные и финансовые показатели, которые компанией запланированы и которые мы обсуждали, предварительно формируя планы компании. Это, безусловно, получение прибыли, это выполнение объемов добычи, объемов реализации. Вот. Кроме того, мы сегодня говорили о том, что несмотря ни на что надо формировать минерально-сырьевую базу и как бы труд тяжело не было, надо безусловно сохранять объемы геологоразведочных работ. А учитывая то, что у компании «Алроса» в общем-то вполне хорошие перспективы на 2015 год, мы уверены в том, что ровно так и произойдет.